Партнер рубрики «Ювелирная сеть. Золотая черепаха». Золотая черепаха. Днем и ночью мы сияем для вас. 24 декабря – день пассивный, со сбалансированной энергетикой, центр напряжения экстремизм, центр гармонии и самодисциплина. Овны, Уран, планета интеллекта и самопознания, шлет вам свой привет из далекого космоса. Теперь самое время грамотно распорядиться источником этой высшей энергии. Тельцы, обратите особое внимание на идеи, которые посетят вашу голову. Их реализация способна привести к успеху, особенно в личной сфере и при умножении капитала. У близнецов звездные каникулы, пусть по возможности все идет своим чередом. Рассчитывайте только на собственные силы, жизнь сама расставит приоритеты. Раки, будет вам к чему приложить не только свои руки, но и голову. Пусть не все и не всегда и не сразу получится, но будет вам через это успех и заслуженное признание. Львы, колесо фортуны облагораживает ваш знак, предлагая воспользоваться его присутствием в полной мере. Творите, дерзайте, и будет вам от звезд удача. Девам может прийти помощь со стороны единомышленников. Сложности с нехваткой свободного времени и наличности пусть особо вас не смущают. Весы. Стояние звезд способствует позитивным переменам в финансовой сфере. Более того, оно может открыть новые направления вашей дальнейшей деятельности. У скорпионов хорошие условия для укрепления морально-нравственных принципов при условии бережного отношения к традиционным ценностям и общепризнанным идеалам. Стрельцы говорят, что везет тем, кто умеет о себе позаботиться. Сейчас вам предстоит проверить это утверждение, а звезды согласны, чтобы именно так все и было. Козероги, солнышко, пробегая по вашему зодиакальному знаку, в течение ближайшего времени будет оказывать влияние на вас, окружающее пространство и все, что вы делаете. Водолеи, находящаяся в вашем зодиакальном знаке Луна, залог ваших успехов и достижений, она, как принято считать, источник женской энергии и коллективных совместных усилий. Рыбы, куй, железо, пока горячо. Для этого сейчас самое подходящее время. Все сложится удачно, если исключить из процесса чрезмерные амбиции и избыточную активность.